Итак, дамы и господа, Мосфорс против Radical Online Extremis. Первая игра Best of 3. Лузер финала западных квалифайеров, Герокоптер и Висп. Бэтрайдер, значит, с профит были забанены. Мос размышляет. Точнее, взяли себе спирал Айстиллера. Размышляет RoX.KIS. Что здесь надо делать? RoX. Свежие после своего проигрыша команде DD свалились в нижнюю сетку. Встречает здесь команду Мосфорс. Давайте посмотрим, кто здесь пройдет дальше. Напомню, тот, кто проходит дальше, уже, скажем так, гарантом забирает себе место в Сиэтле. Минута 20 времени. RoX обдумывает свою стратегию. Посмотрим, возьмут ли Магнус сейчас. Герокоптера забанили, Mouz сами. Все меньше и меньше времени, RoX прям-таки призадумались. Берут Дарксира. Дарксир, Клокверк. Похоже, Клокверк будет саппортом, раз есть Дарксир. Ну, давайте подумаем, что здесь могут придумать Mouz. Может сейчас появится Лондроид. Ни капли не удивлюсь. Не забанят в первых банах, берут Бэйна. То есть... второй пик, либо кто-то из разряда Магнуса. Или Пака, либо же Лондроид. Пошел резерв. Так, ну стоит понимать, что RoX.KIS, сейчас они играли Best of 3, они сыграли 3 матча, то есть они, в принципе, уже разогретые начинают. Уже немножко разыгрались, то есть теперь Mouz надо самим собраться и попытаться попробовать что-то сделать, иначе рискуют вылететь из турнира. В принципе, точно так же рискует и RoX.KIS, то есть пока что первая игра. Берут Пака все-таки. Долго думали, решали, стоит ли брать Лондроида, не стоит. И решили взять слот на мид, а там уже посмотрят дальше по пикам RoX. Дарксира есть, есть Клокерк. Можно добрать еще одного саппорта, оставить кэрри вместе с товарищем, который пойдет на мид на потом, но это не самый лучший вариант. Mouz себе на мид уже взяли Пака, то есть они будут спокойно банить. Забанят и Магнуса, забанят всех остальных. Queen of Pain и так далее. Забанят кэрри. 5 секунд остается, 55 всего резерва. RoX, надо все продумать так, чтобы не пробанили их. Ну, видно, что всерьез уже относится к играм. То есть здесь не торопится. Отвод Деваурер. Пойдет на мид, будет пытаться. Не то, чтобы пытаться, пока он, скорее всего, с мида. Ну, если не сгонит, то как минимум перефармит в разы. Интересно, как обыграет это Mouz. Mouz могут просто по лейнам это обыграть, допустим, на мид, дабл мид. Делать лайфстиллер плюс один какой-то саппорт. Пошли бана, банит Робика. Первый пик команды Mouz, видим, хотят себе кого-то еще интересного придумать. Робиком неплохо отыграл ванскор, возможно, респект бан. Сейчас мы посмотрим, узнаем. Обязательно размышляю, здесь не хватает одного саппорта, не хватает какого-то товарища, который будет фармить, скорее всего, героя для Блэка, хотя, возможно, он достанется ему лайфстейлер, а трейлайн еще какой-то соберут. Сейчас мы узнаем, как расставят здесь все Mouz. Будет ли у них еще какой-то райт-клик товарищ, который будет фармить, который зависит от фарма. Это они как раз забанили Лондроида. Лондроид очень даже подходил здесь под этот драфт. Так, на время Mouz. Рубика забанили. Можно продолжить, в принципе, по саппортам, по дизейблерам. То есть это Shadow Demon, это Nyx Assassin. Наиболее популярных товарищей. Перебанить. Но здесь уже стоит вопрос о том, кем будет играть БЗЗ. То есть кто будет стоять в трейлейне, кто будет фармить. В принципе, доступна Луна, вот как раз ее и забанили.
Резин Тимбан. Рокс. Лондруди забаним. Пожалуй, самый большой их. Скажем так. Лондруидс был самым важным баном пока что, но сейчас, возможно, кого-то еще придумают. Ну, кто еще может появиться? Может появиться Вивер, однако. Я не думаю, что он прям-таки настолько страшен команде Рокс. Пока что обсуждают. 10 секунд остается. 5 секунд remaining. Ну и начинается резерв. 35 всего секунд. Надо Рокс как-то побыстрее. Очень неторопливо разбирают. Похоже, прошлая игра немножко выбила из равновесия. Ну, понятное дело, здесь уже надо все всерьез. То есть это последний шанс. Если это Best of 3 сейчас не выиграют, то вылетают. Но совсем с квалифайера этого никому не хотелось бы из них. Банят Чена. Отвечает Shadow Демоном. Наиболее вероятных саппортов, наиболее вероятную кэрри минусанули. Отправили в баны Mouz. Очень даже разумно пробанили все ожидаемые баны. Рокс думает дальше, что здесь может произойти. Чен вполне мог появиться, то есть Бэйн с лайфстиллером стоят просто даблэйн сверху, к ним навряд ли туда кто-то придет. И потом просто Чен выходит из леса и как бульдозером все пропушивает вместе с Ченом. Бэйн может очень даже неплохо погангать от Лодивару, попробовать выйти с Моком, попробовать кинуть ему Найтмер до того, как он успевает прожать Астрал свой. Остается 10 секунд, 20 в запасе. Джиггернаут. Чтобы никаких хилинг-вардов здесь не было. Так, ну и Mouz. Надо брать саппорта. Keeper of Light, ничего удивительного. Выпустили его из бана, все это странный Рокс. Не удивлюсь, если появится сейчас Никс Ассасин. Так, ну и кто же будет тем загадочным? Посмотрим, хардлейнером ли. Фурион, Лондроид. Джиггернаут. Дарксир недоступны всех наиболее популярных хардлейнеров. Либо забанили, либо взяли себе уже Рокс. Ластиллер, Бэйн, Keeper of Light. Из этого можно сделать трилейн, напомню. Можно поставить дабл мид, чтобы... Фантом Лансер. Рокс особо не раздумывая взяли Фантом Лансер. Вот как раз тот самый кэрри, который будет фармить, который... заставит Mouz Force работать, скажем так, на таймере. Mouz видит Фантом Лансера, думает, как бы это обыгрывать. То есть здесь либо давить в early game, учитывая, что, в принципе, сильный трейлейн есть и спак, вполне может сработать, но нужен еще какой-то товарищ, который поможет на пушках, поможет в тимфайтах. Либо же, наоборот, брать кого-то с райт-клика потенциалом и пробовать бодаться, фармить, переходить в лейт-гейм и так далее. Пошел резерв, 50 секунд. Очень интересно, появится ли Тинкер. 35 секунд. Очень интересно, как расставить свои лейны Mouz. Они могут... Антимаг. Антимаг все-таки берет себе Блэк. Блэк пойдет фармить соло. Трилейн, лайфстиллер, Бэйн, Keeper of Light пойдет мешать лансеру. Пойдут Mouz воевать. 3 на 3. То есть Клокерк, Фантом Лансер и последний саппорт, который сейчас появится. Но здесь существуют проблемы, и это проблема от Лодивара, который не даст паку нафармить, который будет постоянно угонять на миде. Сам Дивар, стоит напомнить, достаточно хрупкий персонаж, то есть пак при должном, скажем так, ресурс-менеджменте, если у него будет все нормально со здоровьем и с маной, с маной не будет у него все нормально, потому что астралы, может попробовать его просто с руки перехарасить, заставлять приносить себе реген. Сайленсер. Вот кого мы давно не видели, видимо, Radical Online Extremis.
посмотрели сегодняшние игры. Dota 2 Суперлиги, там Сайленсер как раз фигурировал. Очень даже часто берут Сайленсера. Будут пробовать убивать с ним антимага с Сайленсом. Глоба Сайленсом. Будут давать Сайленс, как только влетает пак, чтобы пак не дал свой прокаст. Чтобы Бэйн не держал никого финн с гриппом. В принципе, этот пик очень даже оправдан. Чтобы лайфстиллер не прожимал свой рейдж, вот как раз тоже очень важный момент. Сайленс всем здесь очень сильно мешает. Остается 10 секунд, надо разбирать своих героев. Так, ну, давайте смотреть. Страна Резидент. Где у нас Страна Резидент? RoX.KIS, One Score. На Сайленсере соло. От Вол Девауэр, Йол, Дарк Сир. БЗЗ на Фантом Лайсере, ну и Дред на Клокерке. С этой стороны Mouz, Синдерен. Keeper of Light, Койко, Лайфстиллер, Фата. На паке пас на Бэйне. И остался только Блэк. На своем любимом антимаге Блэк за пулли аж 9 танго в совокупности. Салю купи себе сам, купи себе сталшилд, ну и пойдет на топ, скорее всего. Заходит во вражеский лес. Здесь идут все вместе Рокс. Как-то немножко подлагивает сервер. Дред с ботиночком, поэтому его выпускают первым. Койку находит Дреда. Дред моментально моментально замедляет, ставится Коги. Летит Иллюминейт, их немножко подрезали. Астралом прячет Койку, маны не остается. Гонит их дальше, однако не поспит. Как-то уж прям-таки подлагивает Дот Си. Надеюсь, что проблема исчезнет постепенно. Перемещается просто с рывками. Возможно, поставит сейчас скоро паузу игроки. Но, тем не менее, расходится. Дред потратит чуть-чуть маны. 50 маны всего стоит. Ну, здесь Синдерин запускал Иллюминейт, тратил ману Лайфстиллер. Отбивается Клэрити, на нем один стак Интеллижент Стила. Скоро ман вернется, ну и пошли крипы. Дарктир находит Хейст на ботлейне, побежал уже на топ. Как-то все-таки совсем подлагивает. Надеюсь, что либо само поправится, либо придется перезаходить, наверное. Так, внезапно оказывается, что Фантом Лансер идет на топ. Он будет стоять один на один против антимага, и это уже интересно. То есть будут ставить двоем фармить, теперь надо саппортов перетягивать на топ. Уже идет сюда Сайленсер. Надо идти всем остальным, то есть Синдерен перетягивается. Надо перетягивать так здесь. Койко воюет с Дредом. Так, ну и в идеале Блэка переместить на ботлейн, а Койко перетянуть на топ. Однако, скорее всего, не будут это делать Mouz, потому что тогда у Блэка могут возникнуть проблемы. Отпуливать ему никто не сможет. Там лейн будет законтролировать сложнее. БЗ спокойно стоит. Glaze of Wisdom вкачанный у Сайленсер. То есть он может харасить спокойно, не боясь за агресс крипов. Потом заходит в крипов. Размахнулся, Блэк моментально отрезает у него немножко маны. Но тем не менее получает глейвами. Так, не боится, у него очень много танка. То есть он разводит всех на ману еще дополнительно. И сам отпивается сальвой. Ну теперь вот мана закончилась у Фантом Лансера. Накопится не так уж и быстро. Вон скоро есть 240 маны, но я думаю, Блэк будет продолжать работать над тем, чтобы ее подрезать. Соло стоит на меде. Два стака Intelligent Steel уже есть. Пак постоянно прячет в астрал. Спрятаться с фейшифтом. Ну и здесь Синдерен делает отпул для антимага. Если постоянно будет делать отпул, то опыта уже будет не хватать здесь лансерам. Такой интересный очень лейнинг, что Дред стоит здесь один против двоих, то есть Койку все-таки прикрывает пас, не перемещается на топ, пока это не требуется. Можно сходить купить телепорт, но пока что вроде все нормально. Так, невидимость. Нашел Йол. Йол все это время джанглил, как я понял. Дарктира отправили в лес. Дред поставил Коги. Пытался, видимо, либо закрыть, либо оттолкнуть Койку. И Дарктир себя уже показал. Накладывает Айншелла. Блэка 4 лосхита. БЗЗ уже 7. Пока что подфармит. Ну, важно, что Синдерен здесь получает опыт.
Как только он получит второй иллюминейт, скорее всего, этого самого Phantom Lancer они отсюда просто прогонят. Сделали отпул, двойной отпул. Заряжается на дрен свой иллюминейт, проехался. Получил немножко золота, сыграл чуть фарму Блэка, но тем не менее. Получает третий уровень. Заливает себе маны. Ну теперь уже можно наделать стаков, правда здесь матголемы. Попробовать их разбирать. Так, все меньше и меньше монопола, уже 280 монопола. 3 стака Intelligent Steel. И Соло продолжает спокойно фармить. У Соло 15 хитов. Пак всего лишь 10, но и продолжает глупеть здесь. Один стак спал, сразу же обновляет его Соло. Йо с Дредом вдвоем стоят. В принципе, они так уже играли в этом квалифайре. То есть стоит Darkseer, стоит вместе с Клокерком. Клокерк постоянно спамит ракетами. Йо постоянно спамит свои эншеллы. Сейчас он доделает, когда Слоуринг уже станет на лейне стоять невыносимо. То есть постоянный спам дешевыми такими помани с пылами. Точнее, не то чтобы совсем дешевым, но в то же время могут их постоянно накидывать. И скоро уже будут проблемы. Зет пошел посмотреть, что здесь происходит на отпуле. Летит иллюминейт, ван скоро не подцепили. Блэк приходит, начинает вырезать у него ману. Вырезает очень даже успешно, Блэк сам маны получает. Очень мало хп остается ван скоро. Фёрстблад забирает антимаг. Это очень даже здорово они обыграли. Блэк на последних хп улетел. То есть если бы у Ланстера была мана, но ману ему предварительно выжигали, то возможно что-то бы и сделал. Также получается, что антимаг получает ФБ, это не самая лучшая идея вообще в любом матче. Как-то все-таки подлагивает. Просто невероятный такой слайд-шоу. Можно попробовать перезайти будет сейчас. Пока более-менее спокойный момент. Нападает на Йолу, Йол пытался ускориться, понимает, что на него наложит Найтмар, как только он это сделает, но уже скоро выбора не остается. Все-таки съедает его Бейн брейнсапом. Второй брейнсап уже, урона хватило. Так, давайте попробуем перезайти в Dota TV. Иначе совсем лагает. Пока поставлю эту заглушку. Оп, возвращаемся. Давайте смотреть. Ставим фрик камеру, вроде бы поправился, Йел перемещается на топ, приходит к Блэку. К сожалению, сбили здесь. Сбилась табличка по киллам. Но киллы всегда можно посмотреть здесь, как видно. Один килл есть у антимага, Фюзблад забирал. И один килл у паса. Давайте переключим на нетворс, уже пошли киллы налево-направо. Не то, что налево-направо, два килла пока. Йел сейчас получит элиминейт, и антимаг начинает вырезать маны. Йела прогоняет, то есть здесь уже не получится ничего сделать у Дарксира. В принципе, есть Soul Ring, то есть как минимум пару айншеллов наложит. Phantom Lancer понимает, что на топе им житья не будет, антимагу отдали First Blood, поэтому перемещается на ботлейн. Ботлейн чуть более безопасный, Блэк продолжает налетать. Один удар остается, убивает уже Дарксира. Радостно хохочет антимаг. Так, пас находит Phantom Lancer. Phantom Lancer подбить весьма сложно, у нее есть escape. Качал уже доплыволка, понятное дело. Рядом крутится Дред. Он скоро же делает отпулы. Фата сходил, нашел Хейс. Сейчас остался у него всего лишь один стак на нем. Дебаф Intelligent Steel. Соло надо продолжать в астралы прятаться. Подвинулся. Спрятал пака. И пак ласхиты не достаются. Ворует у нее, стоит заметить, вместе с интеллектом воруется и урон. То есть у Фата здесь, как видно, минус 10 интеллекта, 54 плюс 3. То есть вместо 64 плюс 3. 62 уже урона плюс 3. Блэк купил себе Ring of Health, то есть он здесь спокойно постоит против Дарксира. Дарксир ему не помех. Денайт крипов не дает ему расформиться. Получилось поденайт только одного, к сожалению, для Блэка. Пак что-то здесь принес, пытался получить ботиночек, но не хватает. Не хватает слотов. Это такой интересный трилейн, что Дреда переквалифицировали в саппорт. То есть ему дали Клокерка, он стоит, просто смотрит, что здесь можно сделать. БЗЗ фармит, на него смотрит Койку. Сейчас скоро Койку уже начнутся проблемы. Вдвоем стоит против троих. Притом Клокерк успел наполучать опыта
5 уровня, то есть здесь саппорт. Как саппорт, он весьма сильный. 4 получает ванскор в качестве 2 Last Word. Так, ну и ласт-хиты от Old Devour. 41 ласт-хит, 29 денаев. У Фат 20 ласт-хитов, 6 денаев. Прилетает на бот-лейн. У Пака есть ультимейт, напомню, гонит БЗЗ. БЗЗ погибает уже просто от иллюминейта. Дальше уже бегут на ванскоры. Посмотрим, успеет ли прийти Пак. Пак находит и Дреда. Это уже минус 2, сейчас, похоже, будет минус 3. Дред пытался здесь отжать всех своим когом, но к нему закатился в коге Фата. Добили Квойку на грани смерти. Делал инфест, пытался выжить. В принципе, выжил. Ну и 3 в 0 в итоге разменялись. Mousesports убили Phantom Lancer, это очень важный момент. Антимаг продолжает здесь стоять на фрифарме. Ну, не то чтобы совсем на фрифарме, приходит крипы с айншеллами. Но это не страшно. Регенерируют, аккуратно их режет. Дарксир, правда, получает 7 уровень, уже айншелл 4 уровня. Только будет неприятно это. Фата ходит по лесам. Надо сделать себе стак, надо этот стак разобрать. Есть реген в бутылке. Оп. Прицелился, плюнул. Сделал себе стак, пошел обратно. Таким образом, он, во-первых, сбросил с себя стаки Intelligent Steel, если они были. Хотя, по-моему, он просто с ботлейн пришел. Он дальше прячет соло. Он понимает, что на меде ему просто не пофармить, поэтому так себя ведет. Ходит делать себе стаки, потом их будет разбирать. Так, здесь опять гонит БЗЗ, ставит центр варды. Финсгрип появляется у паса, держит БЗЗ, не сбить Финсгрип. Надо давать ластворд, ластворд наконец дали, однако он 5 секунд там прокает, насколько я помню. Второй раз подряд убивает Phantom Lancer, пока что игра не сдается совсем у RoX. Момент. Ага. Проблема, видимо, с хоткейм была, извините. Прожал, вернул экран. Вот так вот. Извините, некоторое время говорю впустую, но тем не менее, я думаю, и так уже можно понять, что два раза подряд здесь убивали Phantom Lancer. Phantom Lancer два раза убили, 0-7 становится счет, точнее даже. Давайте посмотрим, как здесь по киллам здесь сбивался после того, как я пересходил, но... 3-2, 1-1, ну в принципе да. 7 киллов у команды Mouz. RoX.KIS же пока что найти никаких опенингов не могут. Вот, возвращается на мид, сюда перемещается уже и Keeper of Light. Летит Eliminate, соло. Получает 300 урона. Даже чуть больше, по-моему. Хотя... По-моему, не додержали немножко. Так, Darkseer пытается здесь Black прогнать. Пытается им помешать. 1000 золота у Блэка. Давайте посмотрим. Здесь Брайсер для Койко. Но, скорее всего, сейчас соберет себе Perseverance. Да, купит Whitestone. Так, а здесь? Здесь опять гонит. Похоже, убили. Действительно, в третий раз подряд убили Phantom Lancer. Продолжает даблкил, получает Койко. Убивает уже и Lifestealer. Дред пытается бежать. Похоже, сейчас и Дред добьют. Меку себе прожал. Так, Меку прожал ему солом. Соло пришел, спрятал паком. Койко спокойно нападает на Дреда, оказывается, не в когах. Теперь в когах с ним стоит и Соло. Соло прожимает Санти-Эклипс, добивает все-таки Лайфстиллера. Бьют теперь уже Фату. Но Фату сейчас развернется, Иллюминейт прилетел. Приходит сюда ванскор. Гонит Фату. Фату, похоже, погибнет сейчас. Надо прятаться. Фейсшифт. Удивлен, что фейсшифта не было. Напомню, фейсшифт просто позволяет избежать урона от ластворда. То есть он нажимает фейсшифт, прокает Last Word из-за того, что был использован спелл. Напомню механику спла. Ну и таким образом Пак неуязвим в своем фейсшифте, и как раз туда проходит урон в этой неуязвимости. То есть он мог просто поражать свой фейсшифт и избежать смерти, но этого сделать не смог, не успел, возможно, не знает, что так это работает. Но, тем не менее, Black's Perseverance, 2-10 счет. Пока что происходит просто уничтожение у Лансера. Пока что только ботинок и брейсер, то есть это все, что смог накопить себе БЗЗ. Здесь Фата спрятали. Идет Дред в невидимости, но здесь уже соло схватили, держит финсгрипом. Далее Дримкоил на всякий случай, поцепили заодно и Дред. Дред показывает себя, оказывается, в Дримкоиле. Начинает погибать. Дред погибает, 2-12 уже. Становится счет. Клокрок делает референс на Блейдраннера.
Так, ну и здесь больше 3000 уже преимущество есть по золоту ударов. По опыту уже близится к 5, они начинают ломать Зерадин Тауэр на миде. Летит ракета. Вышку надо добивать, иначе сейчас крипы ее поцарапают, придется ее... Что-то так крашить. Спокойно добивает вышку, здесь стоит ванскор, будет пробовать подынать. Фортифай прожали, прилетает сюда обратно соло. Ну теперь будут дынать, потому что 128 хп это дынай рейндж уже. Пока что не дынает Тауэр Рокс. Это может позволить сейчас ее допушить, кстати. Если погнались за Клойку, если Клойку найдут в обмен на Тауэр, будет в принципе неплохо, но с этой стороны уже Блэк начинает ковырять топ. Приходит соло, получает сайленс. Фата. Избежал. Интеллигенс сила. И соло отбивается. 10 крипов. Там упак откатился. Дримкоил. Точнее, 5 секунд еще осталось. У Бэйна 15 дефенс грипп. То есть сейчас можно попробовать опять убить. От Олдивара, но он все-таки Денайт Тауэр. То есть не успели обыграть ситуацию. Маус остались без дополнительного золота. Койко ползает аккуратненько. БЗЗ. 3 раза погиб. Койко прожал рейдж, но поздновато немножко. Все, урон все-таки получил. Не знаю, как это работает с рейджем. С фейшифтом точно урона избегаешь от ластворда. Фата сходил на базу. Заодно бросил все стаки, если они были. По-моему, не было. Ну и приходит теперь на топ. Можно попробовать убить Дарксира, дать ему дримкоил. Дарксира маны не так уж много сейчас. Блэк ему все, что осталось, дорежет. Йелл прожимает Солринг, накладывает Айншилл, пошел фармить свой стак. Йелл пошел смотреть с речки, что там происходит. Пак покатил свой орб. Влетает, дримкоил дает. Дримкоил не лопает Йелл. Стоит на максимуме привязи. Стан не получил, ну и сюда уже прилетело соло. Заганк не получилось, Пак потратил свой ультимейт, но кулдаун весьма короткий. Буквально через минуту уже будет снова. Так, ну и Койко. Фейсбутс, барабаны, как видно, он третий по нетворсу, то есть у лансера большие проблемы, его перегоняют даже саппорты. Койко рейдж прожал, вот он урон подожил, финсгрейп на дреда. Пас моментально прекращает держать финсгрейп, потому что у него летит спирит ланс, точнее прожали глобал сайленс, как я заметил. Ванскор уже съели. Прошел инфест. Не настоящий лансер. Можно у него не агресса. Уже убежал. БЗЗ. Это просто снял пас. Так, ну Бутавр, можно начинать пушить. Пошел Койко смотреть по лесам, где же здесь лансер, но лансера нет. БЗЗ пошел фармить лес. Понимает, что сейчас на нем очень большая ответственность. Сейчас надо попробовать вернуться с того, как его здесь подбивали. Очень сожалею, что не удалось это застримить. Бутаур уже доламывает. Тауэр доломали, Тауэр достался Квойке. 2000 золота, между прочим, то есть скоро можно докупить Арнет будет. И продолжать проявлять агрессию. У Пака с фаром все не так хорошо, то есть вот здесь гонял от Волдивар, 37 крипов всего. Но есть 5 ассистов, есть 1 килл, несмотря на одну смерть. Нашел реген, откатился ультимейт. Надо попробовать подбить соло. Тем не менее, до Блинк Даггера еще далеко. У Блэк уже есть Battle Fury. 16 минут, в принципе, пора бы уже, учитывая, что Фёрст Блад забирал 100 крипов. 2 килла. Это все пока что складывается благоприятно. Однако пик от Олдивара позволит Блэку, точнее, не Блэку, позволит Роксам вынудить Блэка собрать Блэкинг Бар. Возможно, даже раньше, чем соберет мотостая, но, если честно, не уверен. Возможно, после манты купит. То есть он уже начнет больно наворачивать своим первым спылом. Будет прятаться антимага, будет давать антиэклипс и так далее. Так, ну и Рокс начинает пушить, приходит все вчетвером на топ. Собирается сюда и Маус. Есть мека, есть гем. Синдерин надо принести. Начинает реколить, сейчас призовет сюда. Лайфстиллер покатил пак. Катывает дримкоил на троих. Сайленс дал, Йол стоит. Прожали меку, соло держит финсгрипом. Финсгрип сбивает, стягивает. Прилетел элиминейт, очень много урона. С элиминейта Йол разгоняется, моментально его съедает. Бэйн еще кого-то реколит. Сейчас придет лайфстиллер. Похоже, первый рекол был для Блэка. Ну и здесь дали глобал сайленс, поставили коги, но тем не менее уже добили соло.
блинкуется дальше. Киллинг спри. Убивает Кокорка, убивает Сайленсера. Гонит дальше БЗЗ, но гем не получили. Соло все-таки добили. Соло, неужели выкупался? Да, выкупался Соло. Good game, well played, говорят Рокс. Ну, здесь действительно 17 минут, 2-19 просто. Какое-то уничтожение происходит. И таким образом получилось, что те 2 минуты, пока висела заглушка, у нас, скажем так, большая часть игры прошла. Меньше 18 минут, действительно, кто там предсказание делал. То есть, как только сказали good game, это считается за конец игры. То есть, те, кто делал предсказание, что игра не будет, короче, в 17. Ошиблись. Так, ну и ладно, давайте подождем. Уже все вышли сейчас. Взорвется трон, взорвется Ancient. Рокс. Обыграли команду Masters, обыграли команду Рокс просто по всем параметрам. Good game. Давайте ждать второго матча, посмотрим. Надо собраться, Рокс, то есть, возможно, у них такая же проблема сейчас, как была вчера у Evil Geniuses. То есть, играли первые три игры, очень даже сложный был матч. Спустились в лузербрекет, и там уже на минус морали начинают просто проигрывать. То есть, здесь, как видно, даже игрой назвать сложно. Ну, отлично отыграли Mouz в свою очередь, то есть, там замечательные ганки были на Phantom Lancer. Неплохо придумали все по лейнам, расставили, меняли туда-сюда. Давайте подождем перерыва, 15 минут буквально.